Николай, Ольга, здравствуйте. 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 Расскажите о вашей первой встрече. Как это было? Первая встреча у нас произошла в театре. Ты приехал на просмотр к нам в театр, и я его увидела первый раз. И какие были впечатления? Сразу это была любовь с первого взгляда или вы присматривались друг к другу? Ну, с моей стороны симпатия была. Ну, не скажу, что прям с первого взгляда любовь, но симпатия, да, понравилась девочка. А вы? Ну, заметила мальчика. Сколько лет вы уже вместе? Почти 7. Если это праздник без повода, часто себе можете такое позволить? Ну, бывает иногда. Ну, сейчас как бы много работы, дети, поэтому праздник без повода редко бывает. За что бы вы, Ольга, могли сегодня поблагодарить Николая? За моих двух сыновей. Николай, взаимно. Взаимно. В первую очередь за детей. Семейное счастье. Рецепт. Он для всех семей один или у каждого свой индивидуальный? В моем понимании семейное счастье – это уважение друг к другу, понимание, прислушиваться. Тогда все будет хорошо. Если говорить о празднике 14 февраля, День Святого Валентина, вы отмечаете этот день? Нет. Почему? Да раньше как бы и не было такого праздника. Семейная пара только на начале своего пути. Что бы вы могли пожелать этим влюбленным людям? Больше разговаривать между собой. Все рассказывать, общаться. Ну и стараться сохранить те первые чувства, которые соединили их.